Ребята, сегодня мы поговорим о беге. Часто спрашивают, когда начинать, что нужно покупать, нужен ли абонемент в зал для того, чтобы идти бегать обязательно по беговой дорожке. И вообще, как относиться к высказываниям, что бег — это вредно. Сегодня наша тема — бег и все, что с ним связано. Поехали! Так, первое, самое важное — история. Это бег, это очень вредно, это будет разрушать ваши голеностопные суставы, коленные суставы, бедерные суставы. И это чаще всего я слышу от людей, которые весят за 100 килограмм. Конечно, бегать с весом за 100 килограмм очень вредно. Во-первых, для суставов, а во-вторых, изначально самым вредным моментом в весе за 100 килограмм является слишком большая нагрузка на сердце. Когда у человека и без того риск прединфарктного состояния или инфаркта, или инсульта с лишним весом, тогда мы не говорим о беге в принципе. Бег ему противопоказан, точно так же, как и сохранение прежнего веса своего тела. Нужно худеть. Худеть, друзья, нужно до нормального веса, который высчитывается из нашего роста. Я считаю, что поправку на умножение веса с возрастом не следует давать. Это, опять же, дает возможность людям расслабиться. И он, вот, мне за 40, поэтому для меня нормальный вес — это вот какой-то херня это все. Тебе за 40, и ты должен весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Так вот, бег. Это самая, блин, базовая функция, которая доступна любому человеку. Мало того, это еще и бесплатно. Ребята, целая планета долбаная. Вы бежите по ней в любом направлении вашего города, куда вам нравится. Не нужно оправдываться тем, что у человека нет абонемента в зал, или вот я куплю со следующего года, или членство, вот такой-то зал там откроется, там такие классные дорожки. Не нужно, блин, бегать по долбаным дорожкам. Любой человек, который бегает на дистанции 10-15 километров, вам скажет, что зал — это абсолютно другая история. Это синтетический какой-то бег, как куры, блин, в загоне бройлерные. Выбегайте на улицу, вставляйте наушники и бегите. И здесь мы подходим к моменту, ребят, что я считаю нужным купить. Нужно две вещи. Самое важное – это кроссовки. Не бегайте в кроссовках с плоским дном, такие как Converse, например, которые уничтожат нахрен ваш голеностоп или будут причинять неприятные ощущения после дистанции 2-3 километра. Ваша задача – развиваться, бегать 10+. В Converse'ах вы так не побегаете. В кроссовках, которые casual, да, которые для ходьбы, тоже вы не побегаете. Специальные кроссовки для бега. Мой выбор – это Nike Lunar Epic. Потрясающая обувь. Поверьте, я перебегал десятках разных видов кроссовок, и сандалии, и боссы, и какой ты, блин, не побегаешь. Разные варианты, ребят. Уничтожал себе пальцы на ногах просто от гематом, потому что кровью заливало и мозоли, и врастал ноготь, блин, в мясо. Все из-за того, что кривожопая обувь. Обувь — самая важная составляющая бега. На мой взгляд, вот модель Nike Lunar Epic или любые Nike беговые кроссовки, я не говорю, что нужно обязательно покупать Nike, любые специфически настроенные на бег кроссовки сохранят ваше здоровье и позволят прогрессировать в увеличении дистанции. Затем мы поговорили о том, что бегать с лишним весом критически, категорически нельзя. Но когда вы делаете ваше кардио и ходите пешком, вы можете делать спринты. 50-100 метров вы можете делать эти спринты, это будет очень полезно. Старайтесь, если у вас лишний вес, спринт, идем дальше пешком. Даже если вы идете на работу, пробегите 50-100 метров, сорвите свое, блин, дыхание, перейдите в анаэробную нагрузку и дайте вашему организму возможность восстанавливаться и приспосабливаться к сорванному дыханию. Вы выгоняете его из этой долбанной зоны комфорта. Вы представьте себе, вы идете в школу или вы идете на работу. Пускай вы будете переживать, что у вас подумают, что вы сумасшедший или вы опаздываете за маршруткой, блин, куда-то. Неважно. Чемодан свой взял и побежал 100 метров. И потом, когда ты будешь делать спринты там 2-3 раза в неделю, начинает падать общий вес, да, на фоне, естественно, диеты. И вы дальше уже в вечернее время, не в рабочее время, вы концентрируетесь во время вашей тренировки бега на времени, не на дистанции. Вы стараетесь бежать 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут. Вот это ориентир, на который следует полагаться, пока лишний вес присутствует. И затем, ребята, когда вы перейдете на вторую ступень, не упираясь в эти 10-15-20 минут, когда вы почувствуете легкость, когда вы почувствуете, что ваши легкие и ваше сердце справляются с нагрузкой, которую вы на них бросаете, вы начинаете концентрироваться на дистанции. Дистанция, на которую следует всегда смотреть при старте, это 5 километров. 5 километров вы стараетесь приблизиться к 30 минутам. Это ваш ориентир.
5 километров 30 минут. Бежать, просто вырывать из себя все оставшиеся силы. И даже если вы срываете дыхание на последних там километре полутора, старайтесь бежать 30 минут 5 километров. Это прекрасный ориентир. Дальше, когда речь идет о дистанциях 10 километров, тогда срывать дыхание и бежать просто изо всех сил не получается. Потому что, когда вы срываете дыхание, ребята, это анаэробная нагрузка. А анаэробная нагрузка задействует по большей части гликоген, который очень быстро заканчивается, и все. Энергетический обмен заканчивается. Когда дистанция о 10 километров плюс, наша задача бежать в определенном сердечном темпе 120, 130, 140, где организм успевает часть жировых отложений использовать в энергию, и вы можете бежать длительное время. Ведь гликогена-то хватает минут на 15-20, а дальше ваша задача натренировать свой организм, чтобы он мог сжигать какое-то количество жира и восстанавливать какое-то количество гликогена для поддержания вашей длительной энергетической затратной задачи в данный момент. Это будет бег. Поэтому не срывать дыхание – самая важная задача. Затем, на мой взгляд, очень важная составляющая, не самая важная, но критически для меня необходимая. Я бегаю в наушниках. Какой тип, какая модель – по барабану. Главное – это то, что в них играет. Не слушайте агрессивную музыку. Слишком агрессивная и возбуждающая музыка будут заставлять вас бежать быстро, будут возбуждать вас. Так как в зале, например, если вы включаете какую-то ударную песню, вы выкладываетесь в этих 30 секундах вашего повторения, и дальше вы можете отдохнуть. Но в беге-то так не работает. В беге вам нужно 60, 75, 80, 45 минут бежать длительный какой-то промежуток времени. Если вы первые, блин, полтора километра или 500 метров сорвали дыхание под вашу любимую песню, что вы будете делать потом, остальные 35-40 минут? Поэтому, на мой взгляд, оптимальным выбором является прослушивание либо каких-то подкастов, интервью, где люди рассказывают о чем-то, что вам лично интересно. Это книги, это искусство, это спорт, это наука, не имеет значения. Либо художественная литература, что угодно, ребята, что унесет ваш мозг и отвлечет вас от данного процесса бега, чтобы вы не бежали каждый шаг и не думали, когда это закончится, когда это закончится, а вы отключите мозг, и вы просто бежите какое-то расстояние, которое вы поставили для вас целью в данный момент. Ну и, конечно, методика периодизации нагрузок в тренировках вашего бега. Вы не стараетесь абсолютно бестолково, бессмысленно бежать через день или каждый день какое-то непонятное количество километров. Вы выстраиваете ваши беговые тренировки точно так же, как выстраиваются тренировки в зале. А именно вы делаете сплит, например, 7 дней, да, разделение ваших тренировок. Вы бежите короткую дистанцию, какая для вас? 2 плюс 2 минус. Затем вы бежите среднюю дистанцию в районе 5 километров, и потом вы бежите длинную дистанцию, это 10 плюс. И, естественно, нужно дать организму время восстановиться. Почему 10 плюс или 15 плюс, 20 плюс бегается один раз в неделю, или там один раз в 5 дней, или в 10 дней? У людей, которые имеют разные степени тренированности, уровень и скорость восстановления тоже разная, поэтому длинные дистанции бегаются один раз в какой-то промежуток времени, чтобы организм мог восстанавливаться. С умом планируйте вашу тренировочную активность точно так же, как и в зале, точно так же, как и с бегом, друзья мои. Вот это вот общие какие-то наброски и мои мысли относительно бега. Занятость вашего мозга во время самой процедуры. Не торопитесь, не старайтесь куда-то убежать, блин, за 500 метров, закончить всю вашу дистанцию. Безусловно, обувь – критически важная составляющая, которая сохранит ваше здоровье и поможет вам прогрессировать быстрее и быстрее. Ну и, конечно, один из основных критериев – это ваша главная задача – следить за весом своего тела, не бегать слишком большим весом, не травмировать свои суставы и постоянно стараться держать себя в тонусе. Чтобы не использовать абсолютно бездумно бег как главный инструмент для похудения. Ребята, вы не выбежите ваши лишние калории сникерсом. У меня было видео, называется «Ешь и худей», где я показываю, какое огромное количество энергии хранится в одном батончике Супер Сникерс. Поверьте, если вы насильно пробежите 5, 6, 7 километров, вы не выбежите то, что вы днем съели, например, на обеде в Макдональдсе. Нужно с умом подходить к своей диете, использовать знания о своем базовом метаболизме и знание о том, сколько вы тратите энергии весь день для того, чтобы правильно распланировать свои беговые тренировки и быть в калорийном дефиците, например, если главной задачей стоит бег. Все должно быть с умом.
Ребята, огромное вам спасибо, как всегда, за замечательные вопросы, за вашу активность на канале. Я просто получаю массу удовольствия от прочтения ваших комментариев. Ребята, обязательно пишите, ставьте пальцы. Сейчас выбежит здесь вот такая круглая картинка, где я буду нарисован такой в красных наушниках. Нажимайте на нее, подписывайтесь, если вы еще не подписались. А здесь, ребята, сейчас выскочит картинка с последним видео. Если не смотрели, обязательно смотрите. Друзья мои, всем вам огромное спасибо за ваше внимание и до следующего выпуска. Пока!